Я знаю много раз пропагандистские кампании, которые здесь проводились, были построены на якобы ошибках там, вот, международного сообщества. Первая там, иракская война, да? Много этих событий было, понимаете, они трактовались по-разному, а потом оказывалось, что, ну, вот пшик. Все эти пропагандистские кампании, начиная с 94 года, когда 95-го Россию так медленно перемещали вот в это пространство антизападное, антидемократическое. Вот примеров тому очень много. Вот, Константин Анатольевич, я очень боюсь, что, к сожалению, в том, что это перемещение произошло, наоборот, так быстро, а не медленно, да, потому что с 95-го года прошло всего 10 лет, а еще точнее, вообще-то эти изменения за последние годы пошли просто с катастрофической быстротой, и выяснилось, что все, что до этого как-то затаптывалось, забивалось, и казалось, что пронесло, кончился этот ужас. Оно сейчас опять все в пышной поре цветения, да, и скорость, с которой оно вошло в эту пору, абсолютно потрясает. Так вот, я боюсь в том, что это возможно. Есть вина и тех оголтелых западников, которым принадлежите вы. Потому что навеять нашему человечеству сон золотой о том, что все, что с Запада, оно все прекрасно, все, как делали вы. А потом выяснилось, что не все, и русский человек тут же думает, а, значит, и там... Вот это вот вы тихо-тихо сказали, как делали опять вы. Опять обманывали. Но не всегда я это делал, наверное.